Приветствую вас. Мне кажется, что не очень хорошая идея выходить из зоны комфорта. Наоборот, мне кажется, что зона комфорта – это именно то, что могло бы стать своего рода вашей путеводной звездой при некотором отношении к этому, при, ну, скажем так, адекватном отношении к этому, потому что мне кажется, что все это происходит с вами в какой-то степени связано именно с тем, что вы как раз-таки игнорируете свой комфорт, игнорируете свою зону комфорта, не позволяете ей, то бишь зоне комфорта, влиять на то, что вам хочется, не позволяете в зоне комфорта направлять вас, если вы понимаете, что я здесь имею в виду, и все, что вы описываете, на мой взгляд, связано именно с этим, не прислушиваясь к себе, не отслеживая себя, то, что вам, например, важно, да, не продвигая вот свои интересы, которые у вас есть, мне кажется, вы как раз-таки и погружаетесь все глубже и глубже в это, вот в то, что вы называете одиночеством, то, что вы называете неуверенностью в себе и так далее. Хотя здесь, по большому счету, все идет к одному. Как поменять свои отношения? Ну, опять же, в этом вопросе, в вопросе того, как поменять отношения к себе, мне, не к себе, точнее, отношения, вот к окружающим и прочее, мне кажется, есть некоторый такой, некоторая директива по отношению к себе. Если вы понимаете, что я имею в виду, то есть, что такое директива? Это когда вы требуете от себя чего-то. Когда вы требуете от себя определенных изменений, когда вы требуете от себя определенных перемен. Но можете ли вы обеспечить эти перемены? Хотите ли вы этих перемен? Вот это довольно важный вопрос. И ответ на этот вопрос, как мне кажется, пока что неоднозначен достаточно для вас. Вот. Поэтому как мне кажется, сейчас вы боретесь между требованием к себе, требованиями к себе и тем, что вам хочется, вот, и считаете, вероятно, что то, что вам хочется, вообще-то вам вредит. На самом деле, ну, как бы, то, что вам хочется, только, может быть, несколько
глубокое рассмотрение того, что вам хочется, могло бы как-то помочь корректировать вашу жизнь так, чтобы она вам нравилась в большей степени, чем сейчас. Сейчас она вам не нравится, и в общем и целом это вполне себе понятная позиция и, на мой взгляд, вполне нормально. Вряд ли сейчас у вас может быть по-другому, но изменить все, конечно же, можно. Вот. Дальше. Значит, думаю разобраться в себе, смогу поменять не только себя, но и вокруг себя. Да, как еще начать? С внимательностью к себе. Я бы начал с внимательности к себе и с любопытства к себе. Вот с чего бы я начал, честно говоря. Чем более внимательнее и любопытнее вы будете к себе, тем более тщательно вы будете наблюдать за собой и за тем, что с вами в том или ином случае происходит, тем больше у вас будет появляться возможностей для реагирования в тех или иных ситуациях. И, соответственно, тем больше будет меняться ваша жизнь, тем более она будет, ваша жизнь, меняться именно вот в ту сторону, именно туда, куда хочется вам, а не туда, куда ее меняет, там, словно говоря, случай или обстоятельства, или что-то еще. Вот, если вы, конечно, понимаете о том, вы понимаете то, что я говорю. Вот. Такая вот история. Поэтому мне кажется, что в первую очередь смотреть нужно на это. В первую очередь. А дальше уже более-менее будет понятно и очевидно, в какую сторону вам двигаться дальше. Вот. Вот, наверное, то, что мне бы хотелось вам сейчас дать с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. Как это мне видится, как это я вижу своей вот такой философии, да, своего, с точки зрения своего подхода, вот, с точки зрения того, как происходит работа клиентами и так далее. Вот. Понятно, что решаете и выбираете вы, и только вы, и это нормально. Вот. Но мне очень встревожило то, что вы говорите про выход из зоны комфорта. Это уже ставшая притчей в Иисусе, такая вот концепция, что нужно выйти из зоны комфорта, чтобы что-то изменилось. Но мне кажется, что выход из зоны комфорта, он как раз таки провоцирует довольно часто совершенно обратную реакцию, когда человеку становится тяжелее и сложнее.
все тяжелее и все сложнее. Быть собой все тяжелее и сложнее. Слышать себя. Вот. Поэтому мне бы не хотелось для вас вот чего-то такого. Мне бы хотелось наоборот больше легкости для вас, больше свободы для вас и так далее. Но для этого как раз таки нужно лучше понимать и чувствовать, что есть для вас комфорт, что такое для вас комфорт и как вы с ним обращаетесь, с комфортом, я имею в виду, своим. Вот это то, что было бы очень важно, то, с чего нужно начинать. Так вообще, это запрос на психотерапию. Вот. На этом все. Желаю всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь на мой ответ. Удачи вам.